Полиция установила личность пенсионерки, которую нашли под снегом у дома в микрорайоне Звездный. Ей оказалась 82-летняя местная жительница. То ли заблудилась, то ли не хватило сил в метель дойти до дома. В снегу дома номер 9 в микрорайоне Звездный обнаружили женщину. Ее занесли в подъезд, вызвали скорую помощь. Все это время она находилась в сознании, но на вопросы не отвечала. Пожилую женщину увезли в больницу. К поискам ее родных подключились даже волонтеры. Теперь личность пожилой женщины установлена. Участковый провел обход и опросил жителей микрорайона. В результате выяснилось, что пенсионерка проживает в поселке Красное Поле. Ей 82 года.